Я свободна, но не одна. Кружу на танцполе. У меня в крови любовь. Но это крайняя история. Свои ножи я принимаю, когда ты ранен, но не уберу. Только себя потеряю. Уеду. И круг разорвется. Тихо, смело я гоню больше там. Чтоб я не сделала тебе море так. Мне нужно поцелуй незнакомца. Я вдохнул и чья. Я свободна, но не одна. Кружу на танцполе. У меня крови любовь. Но это пройдет вскоре. Ну такие мрази, а? Давно мечтаешь написать... Осуждаю, накопить на новый фильм, осуждаю. Собственный проект. Теперь ты можешь собрать средства на любые цели прямо ВКонтакте. Зачем идти куда-то еще, если все твои друзья... Иди на... уже здесь. Иди на... Реклама... Непонятливый. Господи, дай сюда. Блин. Ясно, бля, пиздец, все, до свидания, да? А тебя судили? Кого осудила? Кися, пожалуйста, б***ь! Что такое? Что Кира-то? Спаси, от кого тебя спасти? Рич бич. Да, спасибо большое. Нет, лето круглосуточное. Ты хочешь, чтобы я позвонился в лето, блядь, потом пошел на... Да, спасибо. Там закупился и пришел сюда, да? Ооо. Я давай, короче, знаешь, как сделаю? Давай я сделаю так, блядь. Точка там круглосуточная.
А этот там круглосуточный, слышь, там вообще все очень дорого. Да Дафт вообще просто самый прекрасный человек в мире. Даже если он смотрит эту... Все равно он классный. А я все вижу. Я как Лока. Достойно. Я Лока. Я Итачи. Сейчас меня бежать. Да, перестань бежать, господи, людей. Ну, вообще это папа. Бля, успешно. Бля, мне в глаз соринка попала. Лера, принимай чапу, бля. Чапу. Чё она не щёлкает? Чё за... подстава? Нужно делать так, смотри, типа он работает так. Так, типа, я тебя не стреляю. Давай, допустим, это будет бутылка. Вот, типа, так. Прими этот ствол, носи его с собой, блядь. Так, ладно, блядь. Что я хотел еще, блядь? Ну, да. Ну правда. Помнишь, или на листочке написать? Да, ну не надо мне донатить, правда. Ну, вообще, нам мне неудобно. У тебя, блин... Бля, не могу. Давай, короче, так, я сейчас буду плакать. Стримы вместе пойдем, закупим все сиськи. Мы так с колбасой делали, когда блядь стримили. Да. Как? У тебя, блин, там вообще, блин, донатишь еще. В сиськах у них там вроде нет этой штуки, то есть там нужно переводить деньгами. Через Сбербанк онлайн. Я не могу. Почему? Ты так, блин, ты и так все помогаешь вообще, правда? У меня только безлимит стоит на ВК. Я даже переводить не могу, мне нужен Wi-Fi. Мне правда не это. Мне правда не это. А ты сколько хочешь пива? Одно. Полторашку? Да. Ты не найдешь ее. Точки, точки нет, полторашки. Я работала в точке. Сейчас там нет уже полторашки, там на карте. Че трудно? Полторашки в сиськах. Че трудно? Че трудно? Мне все трудно. Пойти в точку и купить 0-пяшек много, блядь, которые стоят по 70 рублей. Нет. Которые стоят обычно в магазине, блядь, 32, блядь. Ой, блин. Ты просто работаешь на заводе, понимаешь? Да. Ты просто вкалываешь на заводе там или где-то там. И ты просто деньги, эти как бы. Я не знаю, мне приятно, правда, ну. Мне неловко. Мне неловко, серьезно. Знать, пожалуйста, кому-нибудь другому, правда. Мне неловко. Потому что я никуда эти деньги. В принципе, не деваю, да, как бы они там лежат, где-то там. Они там лежат, и все. Я их никуда не юзаю вообще. Я просто не знаю, мне неловко, серьезно. Мне неловко. Все. Мне неловко от тебя принимать донаты. Серьезно, мне неловко вообще. Пусть это 10 рублей даже. И мне просто неловко. Это нечестно, понимаешь, что я сижу дома. Там вкалывай, с утра до вечера, а я ничего не делаю, а ты мне еще и деньги, ни за что просто. Я, конечно, не трачу там на вот это все от Кинеловского. Вот. Ну просто по сути, что.
Я знаю, что ты хочешь мне сделать приятное, там вот это все как бы это мне правда мне очень приятно, и я прям просто вообще вот. И ты столько помогал, и ты всем помогаешь, и ты просто, блин. Ты просто вот так вот. Ну не знаю, блин. Да дав мне задать 100 рублей, я говорил, что не надо мне гнать. Вот и все. Я просто ему объясняю, что не нужно мне донатить ему, ну, мне неловко, вот, потому что он работает, он там вкалывает, а я лежу на диване, не понимаешь, мне вот чисто по-человечески мне неловко, вот реально неловко. И вы меня знаете, что я открытый, и я могу все вам поведать, все сказать, то что вот это что я сейчас вот это испытываю, это не говорится игра, то что я чувствую, то я и делаю, вот и все. Мне реально неловко. Почему мы смотрим его? Он пошел. А, он еще не ушел. У нас с ним коллаборация. Ну, типа коллаборация. Я пою им песни своим англ языком. Вот. Делор, не то, что я вкалываю в игру, просто я говорю, что мне когда люди вот понимаешь, даже когда ты мне донатила, понимаешь, вот у меня же тоже такая же реакция была, потому что я знаю, что ты стримишь, и у тебя там тоже вот это все. Я это воспринимаю просто, ну, вообще. Просто для меня это вообще. Ну, в хорошем плане, да. Вот, мне реально, мне вообще просто максимально неловко, то что... Я больше донатить не буду. В смысле? В смысле не будешь донатить? Я не поняла. Ну-ка быстро, быстро мне донатит. Не, понимаете, вот я вас всех знаю, там колбасу, кокоса, Лору, тебя, да, вот всех вас знаю уже там, ну, год там, да, ну, даже больше, не год, там больше уже, там чуть не два с чем-то точно. И как бы я с вами со всеми общаюсь, как бы, как-никак, ну, с колбасой меньше всего, то есть... Колбаса, потом идет кокос, вот, и как бы вот они вдвоем, а вот с Лорой из, да, там я наравне, потому что мы почти что каждый день там, что-то там, как-то коммуникации какие-то происходят, вот, и вы для меня, как, я не знаю, ну как друзья на расстоянии, я бы очень хотел со всеми вами встретиться и просто даже не бухать, но я побухала, да, вот,
Ну просто вас всех собрать и, блин, не знаю, обнять вас. Ну что, вы клёвые люди, серьезно. Я не знаю, просто вы клёвые. Со мной меньше всего так-то. Ну знаете, у меня аж сопля вылетела. Сука, на экран, прям. Прям на экран, да, сука. Сейчас будем вытирать. Вытираем соплю. Классно. Лер, у тебя же с микром травмы были. Лор, в смысле? И округлить надо. И последние деньги на карте. Не плакай, Лерочка. Это заразно. Вот ты же специально это сделал. Да, ну,